Меня зовут Алексей Ницца, и сегодня я расскажу, как добавить статистику посещений вашего сайта на WordPress в центр уведомлений на ваш телефон или планшет под управлением iOS. Если у вас есть сайт на WordPress и для вас важно в любое время иметь доступ к статистике просмотров и посетителей вашего сайта, это можно сделать за несколько шагов, добавив виджет в уведомления. Для начала нужно посмотреть, установлен ли у вас плагин Jetpack, и если нет, то его нужно установить и активировать. Следующим шагом необходимо связать его с вашим аккаунтом на wordpress.com. Если у вас нет аккаунта, то его будет несложно завести. Итак, Jetpack для вашего сайта запущен, а значит, теперь вы можете смотреть статистику посещений вашего сайта, даже если вы не подключены к Google Analytics или Яндекс.Метрике. Теперь проделаем нужные шаги на телефоне. Для начала нужно установить приложение WordPress. Далее нужно войти с помощью своей учетной записи сайта и указать ссылку на него. Дальше нужно войти в аккаунт wordpress.com. Все получилось, теперь мой сайт отображается в списке. Помимо возможности публиковать материал непосредственно с телефона, я могу посмотреть статистику посещения моего сайта. Если у вас несколько сайтов, нужно выбрать, какую статистику будет показывать виджет. Теперь, смахнув сверху вниз, я попадаю в центр уведомлений, и мне необходимо включить виджет WordPress, который будет показывать мне статистику моего сайта. Таким образом, с помощью виджета приложения WordPress для iOS-устройств теперь можно иметь постоянный доступ к статистике просмотров и посетителей вашего сайта.